Опыт и мастерство. В Талдыкургане стартовал областной конкурс «Лучший учитель физической культуры». Участвуют в нем 20 педагогов. Все они прошли через отбор сначала на городском, а затем на районном уровнях. Теперь им предстоит показать свою эрудицию и компетентность в деле физического воспитания детей в более острой конкуренции. Тему продолжит Лилиана Штогрина. Профессия учителя физического воспитания всегда была и остается важной, нужной и почетной. Ведь именно в школе зарождается у ребят первая любовь к спорту и здоровому образу жизни. Первый тур областного конкурса на звание лучшего учителя физической культуры 2022 состоялся в Талдыкурганском дворце школьников. Участники мероприятия представили на нем свои творческие инициативы с применением новых технологий в образовательном процессе, а также ознакомились с новаторскими внедрениями преподавания своих коллег. Целью данного конкурса является отбор самого лучшего учителя физкультуры. Если в области в 763 школах работает свыше 4000 учителей физической культуры, на данном конкурсе участвует 20 всего учителей. Это представители районных и городов. То есть из 4000 это 20, представляете? То есть значит получается на данном конкурсе лучшие из лучших участвуют. Подобные педагогические конкурсы развивают кругозор и эрудицию учителя, его профессионализм и, конечно, это богатейший обмен опытом, считает один из участников Асылбек Мергенбаев. Его педагогический стаж свыше 15 лет. Все эти годы учитель физкультуры средней школы номер 42 села Отиген-Батыр Илийского района посвящает себя работе и детям. Победить в конкурсе педагог планирует благодаря собственной разработке – тренажеру для детей, отстающих в физическом развитии. Моя цель – создать инклюзивную программу обучения для детей, страдающих различными отклонениями в физическом развитии. Хочу, чтобы ребята росли здоровыми и счастливыми. Первый шаг к этому мной уже сделан. Я разработал собственный тренажер, благодаря которому мой ученик, страдающий ДЦП и с трудом передвигающийся по квартире, сейчас самостоятельно ходит в школу и учится. Это благодаря занятиям на этом тренажере. Конкурс «Лучший учитель физкультуры» состоит из нескольких этапов. Кроме презентации творческих инициатив, участникам предстоит провести открытые уроки, а также продемонстрировать собственный уровень физической подготовленности. Лилия Штогрина, Жай Курманбаев, телеканал ЖТСУ.